20 минут о красивой жизни на 31-м канале. Это Beauty Time. Всем здравствуйте. Спонсор программы – профилактическая терапевтическая клиника «Формула». Во все времена подготовки к свадьбе уделяли много времени и сил, и все основные действия были сконцентрированы вокруг образа невесты. А как сегодня готовится к главному событию жизни главная виновница торжества, смотрите прямо сейчас. Как говорила великая Софи Лорен, прическа влияет на то, как складывается день, а в конечном счете и жизнь. И это касается не только прически. Специалисты индустрии красоты часто разделяют с нами очень важные события, в их числе, конечно же, свадьба. Самый, пожалуй, трогательный из всего этого момент – это невеста. Всегда невеста – это что-то для нас такое, ну, неожиданно приятное, что ли. Мы всегда с большим удовольствием участвуем в этом процессе, как вот сбор для такого торжественного события. И хочется, чтобы все было все идеально. То есть там пересматривают свадебные журналы, свадебные фильмы. То есть хочется, чтобы все было, ну, как у принцессы. Идеальная прическа, идеальное платье, маникюр, макияж, чтобы что, все было идеально. Сегодня подготовка свадебного образа занимает не один день. С мастерами обычно встречаются заранее, чтобы обсудить все детали. Здесь главное не столько испробовать макияж, сколько познакомиться мне с невестой, ей с мастером, почувствовать контакт, чтобы в день свадьбы она уже была расслаблена, хотя бы вот в части красоты. Чтобы уже не осталось повода для волнения, что что-то пойдет не так. Один из главных в своей жизни дней важно провести без лишних волнений. Снять напряжение и создать настроение – это своего рода сверхзадача стилистов. Важен не только внешний вид главной героини, но и ее внутреннее состояние. И музыка, и любимые цветы, угощения, находиться в окружении любимых людей. Вообще мы вот к такой сфере обслуживания относимся как бы больше как к ритуалу, то есть это что-то такое ну, более глубокое, более серьезное. То есть мы можем очень много предложить, мы знаем, как успокоить, как сделать приятно и легко. Для невест я рекомендую спа-ритуал от Лорик. В него входит массаж ног со специальным маслом. Это масло сначала расслабляет, потом тонизирует, благодаря чему можно целый день проходить на каблуках, не чувствуя усталости. Стилисты обычно работают командой, чтобы прическа, макияж, маникюр стали частичками целостного гармоничного образа. Платье, оно передает настроение, то есть какой хочет быть девушка, какой она хочет быть невестой в этот день. И от этого уже идет волна мыслей, какой подобрать макияж. И, конечно же, объединяет всех выразительные глаза, густые ресницы, в то же время какой-то нюд, но чтобы это было и на фото ярко и видно. Важно грань вот эту не переступить, чтобы жених, когда он близко смотрит, он не должен видеть килограмм косметики, но в то же время и на фото, на видео должно быть видно. Да, это традиционное событие, это белое платье, еще что-то, но не упускайте возможности чем-то побаловать себя, может быть, ультрамодным или еще что-то, чтобы все-таки каждая невеста была индивидуальна. Не стесняйтесь, не бойтесь этого, экспериментируйте также и в покрытии, возможно, форму поменять, возможно, как бы, ну, что-то, может быть, добавить в обычный свадебный маникюр, да, то есть, может быть, чуть-чуть сменить цвет или как бы инкрустацию какую-то ввести, чтобы ногти были более выигрышно смотрелись, потому что все-таки это фотосессия, это съемки, это букет, и все как бы, ну, все должно быть как бы отточено, конечно. В наши дни складывается особая традиция превращать подготовку к свадьбе в увлекательный творческий процесс. Раньше это называлось «приятные хлопоты». Сегодня слово «хлопоты» употребляют все реже. Вся подготовка превращается в самостоятельное событие, которое должно остаться в памяти как незабываемое, легкое и приятное.
Вы смотрите программу Beauty Time. Продолжаем выпуск. Мода последних сезонов демонстрирует отказ от принципов и правил, которые формировались десятилетиями. Пожалуй, главный тренд сегодня – это смешение стилей. Спортивные элементы проникают и в деловые, и в вечерние наряды, а разобраться без стилиста порой бывает непросто. Несколько актуальных сочетаний этого сезона комментирует имиджмейкер Марина Синдюкова. Если мы говорим не о масс-маркете, а о премиальном уровне, то на первый план выходят бренды, ориентированные на качество, когда одинаково важны и дизайн, и материалы. Это 100% лен, 100% хлопок, но чтобы одежда не мялась, хорошо держала форму. И лично для меня это кажется невероятно комфортно, приятно к телу, особенно в жару, особенно в поездках на море. Я бы всем рекомендовала обратить внимание на платье. Если платье минималистичного кроя, то требования к качеству становятся еще более высокими. В таком образе обувь может выступать в качестве акцента. Сегодня мы как раз собирали образ, льняное платье плюс балетки с очень активным декором. Такой вариант отлично подходит для городского вечера, потому что дополнительные аксессуары к нему не нужны. Здесь обувь выступает как аксессуар. И это очень здорово. Люди с хорошим вкусом всегда неравнодушны к качественной обуви. В наши дни еще и важно правильное сочетание отдельных элементов образа. Обувь лучше также выбирать, как и любую другую вещь. То есть каждая новая пара, которая появится в вашем гардеробе, она должна сочетаться как минимум с тремя возможными комплектами одежды. Тогда это будет эффективная покупка. Естественно, обувь для торжественного случая, когда она подходит только под один конкретный вечерний образ, тоже имеет место быть. Кстати, с помощью пары обуви можно превратить повседневный комплект в вечерний. Когда нет времени заехать переодеться, многие модники предпочитают переобуться. Мы сегодня как раз рассмотрели вариант такой, когда образ нейтральный по своим свойствам. Мы использовали в двух вариантах. В одном случае мы дополнили его удобной обувью с лифонами. И такой получился вариант для того, чтобы провести день активно. И второй вариант, можно этот же образ просто вечером переобуться в красивую обувь на высоком каблуке, босоножки эффектные, и отправиться, допустим, на какое-то мероприятие. Выглядит не вычурно, но современно и с необходимыми нотками для соблюдения вечернего дресс-кода. Роль каблуков в истории моды нельзя недооценивать, ведь с их помощью можно изменить пропорции фигуры, а в некоторых случаях это просто необходимо. Пилоты – это одна из самых модных моделей. И мы не можем обойти модные тенденции, да, и не поговорить о них, не показать, как это смотрится. И устойчивый, хотя бы небольшой каблучок всегда образ с кюлотами сделает более эффектным. И невероятно активный рисунок каблука усилит остроту. Да, это то, что делает вас заметной. И любая модница отследит, узнает, увидит и поймет, что вы на волне и следите за модными тенденциями. Вот сейчас вернулась тенденция обувь, сочетающаяся с сумочками. То есть то, что в прошлом году и в позапрошлом году считалось дурным тоном, в этом сезоне снова актуально. На это стоит обратить внимание. Возможно, пусть это будет обувь и сумка одного цвета, но разных фактур. Сегодня в моде свобода самовыражения. Дизайнеры предлагают выбирать свое из сотен различных идей. А интересные сочетания позволяют трансформировать эти идеи, создавая уникальные индивидуальные образы. Европейская мода для реальных женщин. Сеть салонов одежды «Априори». Более 20 известных брендов из Германии. Регулярное обновление коллекций. Размерный ряд с 44 до 60. Сеть салонов «Априори». Одеваем женщин уже 15 лет. Проспект Ленина, 71. Труда 166. ТРК «Горки», второй этаж. Салон обуви M&X. 10 элитных брендов из Италии в самом центре города. Улица Красная, 67, угол Красный и проспекта Ленина. Салон M&X. Вы смотрите Beauty Time. Далее в выпуске о подготовке к конкурсу «Рожденная побеждать».
Однажды родители подарили ей на день рождения качели и поставили их возле клумбы с цветами. Весь день девочка играла на качелях, а дома в ее комнатке горел свет. Там лежал на кровати плюшевый мишка и грустил. Сказки, которые родители читали нам в детстве, отражаются на нашем поведении в дальнейшем. Вспомните свою любимую историю. О чем она? О любви, о дружбе, о семье. Встреча участниц проекта «Рожденная побеждать» на этот раз была посвящена сказкотерапии, где девушки разобрали на примере сказок свои внутренние эмоции и переживания. У нас есть у всех любимые какие-то сказки. Если у нас любимая сказка, это, скорее всего, это наш какой-то такой интересный, своеобразный сценарий, по которому мы живем. И если найти этот сценарий, то с него можно выйти. Не у всех же сценарий счастливый, да, есть красавица, чудовище, ну и так дальше. Вот, и поэтому сегодня наша задача будет с девочками, ну, посмотреть их сценарий жизни и все-таки написать красивую для себя любимой, замечательную сказку своей жизни. Она поможет узнать себя, открыть свои какие-то глубокие обиды, не знаю, страхи, и попытаться это вывести на поверхность и забыть, убрать из жизни. Я в итоге ушла со слезами. Это было настолько трогательно, очень интересно и правдиво в жизни. То есть это не просто сказка, а причем та жизнь, которую ты сама живешь в этом. Да я и читала, мне как-то более-менее как-то лучше становилось, у меня злость вся уходила. Мне кажется, они сильнее, потому что обычно люди, как правило, ничего не добиваются, а вот такие люди, у которых есть какие-то проблемы, так сказать, они больше добиваются в жизни, чем обычные девушки. Вечером девочку позвали домой ужинать. После этого она пришла в комнату и увидела Мишку. Она его обняла и извинилась, что забыла. С тех пор на качелях они качались вместе. И у них все было хорошо. На этом серия встреч и мастер-классов заканчивается. Финал состоится 16 сентября. Репетиции будут проходить в загородном отеле, куда за неделю до события прибудут не только челябинские участницы, но и девушки из других городов. Это Beauty Time. Далее в выпуске несколько идей для обновления сезонного гардероба. Спортивный стиль – это будущее моды. По прогнозам аналитиков, этот тренд останется на подиумах еще долгое время. Дизайнеры, в свою очередь, будут предлагать обновленные его интерпретации. Своего рода фундамент спортивного стиля – это кроссовки и все, что их напоминает. Подобную обувь можно и нужно носить с платьями, особенно если они лаконичного дизайна и свободного силуэта. Вышивки, бусины и стразы в современной моде не противоречат спортивному стилю. Ведь есть даже отдельное направление – спортшик, которое предполагает богато декорированную, но при этом свободную и удобную одежду. Спортивные элементы – обязательная составляющая стиля casual. Такие сочетания, как футболка, брюки и бомбер, считаются привычными и удобными, демократичными и понятными. И все это при участии упомянутой выше спортивной обуви. Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда. На Пушкина 65 и Сони Кривой 30. 6 красных «Фольксвагенов» Пола, сертификаты торговых сетей и интернет-магазинов. Всего более 100 тысяч призов от компании «Макфа» достанутся счастливым участникам розыгрыша «Красная машина». Стать обладателем иномарки и других ценных призов может каждый. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно купить крупу, макароны или муку со специальным кодом. Заветную комбинацию цифр нужно искать на пачке – сбоку, снизу или сверху. Чек, подтверждающий покупку, обязательно сохранить. А код зарегистрировать на сайте, который вы видите на экране. В день можете зарегистрировать до 3 кодов. В акции участвуют как пачки с анонсом, так и без него. Главное, чтобы на пачке был код. Акция проходит с 15 июля 2018 по 15 января 2019 года. Профтерапевтическая клиника «Формула». Эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. Персональный подход к вопросам качества жизни, стройности и активного долголетия на основе индивидуальных и комплексных исследований знаменитой лаборатории «Хеликс». Клиника «Формула». Мы в самом центре Челябинска, на Кирова 159.
Вы смотрите Beauty Time. Красивые подробности красивых событий в формате No Comment в завершении выпуска. Еще больше сюжетов о красивой жизни, новости и анонсы событий на нашем сайте bt31tv.ru и на наших страницах в соцсетях. А на этом выпуск завершен. До встречи. Команда Beauty Time TV благодарит партнеров проекта «Модный дом Я», студию макияжа «Френды», имидж-студию Елены Ивановой.